Всем не хаосом, я Проскрим, и это вторая часть сервера Сурвикс. Вы, наверное, спросите, почему до сих пор Сурвикс? А я вам отвечу. Ничего я не отвечу, мне просто лень. Ладно, к делу, я подготовил вам вторую часть, и все кадры из этого ролика были отсняты на протяжении 2 недель. Приятного вам просмотра. Это отличное место, чтобы построить дом. Правда, тут прям гениальное место. То, что я именно хотел. Возможно, здесь я и сделаю базу. Надеюсь, даже не отожмут никто. Лёха прилетел! Что? Да. Лёха прилетел! Лёха, не лети. Так, это что? Лёху встретим. Ну, ламы его держат в заложниках. Ну да. Ну ладно, сейчас перестану. Идеально. Просто все идеальное место. Даш, покажи, что ты рисуешь. Котел от... Давай. Прям идеальное место. В дом можно, что-нибудь, башни. Вообще круто. Даже идеально. Я, короче, прогоняюсь туда еще. Меня пока тут сидел. Я пока тут сидел, меня снегом навалило. Я пока тут, может, большой чекпоинт построил. Я, в общем, вот здесь выбрал место. Так что хорошее место. Идеальное место. Прям для стройки, мне кажется, подойдет идеально. Тут прям гладь, ширь, снег, как-то как раз. Для разнообразия, хотя я помню, мы жили в пустыне. В лесу мы жили, в выживании с другом. В пустыне мы с Катей жили. И вот, для разнообразия можно и пожить, и где зимушка и зима. В снежных биомах. Ну-ну. Пока, чтобы я не умер, нужно... Чем мне 2 печки поставлю? Ставим пережариваться пищу. Пока будет пережариваться пища, я поем ягод, то я вышу. Это не очень хорошо закончится. А пока я буду есть ягоды, Артём, ты где? Чего? Ты где? Я захожу. Ща. Хорошо, я пока буду тут смотреть территорию. Территория прикольная, Артём. Я начал осматривать территорию и планировать базу. Мои планы были не такие уж и большие. И для начала я хотел построить сторожевую башню и посередине где-то построить свою усадьбу, то есть не какой-то небольшой дом. А потом как пойдет. И тут такая задача. Нужно менять ландшафт, потому что, как бы я его ни нахваливал, он не идеальный. И тогда шлепнусь в кровать. Я включил музыку для выживания. Хорошо. Заново за этими вещами, если ты знаешь. Как же мне весело. Так, я вижу, что бежите, ребят. Я знаю, как... Так... Офигельское отношение ко мне, к Артёму, меня удивляет. Чё? Меня удивляет твое пофигельское отношение ко мне. Да почему пофигельское отношение? Я просто никогда не слышу, когда у меня стрим. Ты не говоришь вообще так тихо, что вообще ничего не слышно. Я погиб. Говори громче, чтобы было хоть что-то слышно. Хоть один стрим, привет, друг. Слава богу, вообще ставка сработала. А дальше я пытался поспать. Но ценой сна была мучительная ночь. Я умер 200 раз, если не больше. Меня так бомбило, то, что я просто хотел все взорвать. И под конец мне было просто все равно. И я относился к этому пофигительски, просто как пофигист полный. Но мы пережили эту ночь. Не хочу ее вспоминать. Все, я заколебался. Убивайте, насилуйте меня. Дальше продолжайте меня насиловать. Артём. Артём. Что? Я сплю, как ты хотел. Ура, мы вышли. У меня 2 эпизода. Я ради того, чтобы поспать. Умер, знаешь, сколько...
Я умер. Раз 300, чтобы поспать. О боже, 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 я умер. Ты сколько год или месяц играешь в Майнкрафт? Я играл в Майнкрафт, когда была еще там водяное обновление. Там только появлялись вот это стражи древние. Стражи давно появились, Артём, я тебя разочарую. Я тебя разочарую, стражи давно появились. Ну вот. Так что, Артём, стражи раньше его или чем ты начал играть. Так и ладно, не отвлекай, я пока... Артём, просто ты играешь в 6 лет, всё. Или ладно, больше. Сейчас выходите. Я вас спускаю. Нет, опор сломался. Да не, братья. Артём. Вот какие жертвы я несу ради того, чтобы заставить тебя поспать. Вот. Класс. А пока Артём будет там болтать, я буду пытаться сделать что-нибудь интересное. Хочу попытаться сделать какие-то интересные постройки. Чего говоришь? Я хочу что-нибудь интересное построить. Больше интересно, чем построить. Нам понадобится камень, который мы сейчас будем переплавлять. Хорошо. Булыльник. Обсидиан, что-нибудь еще, потому что, чтобы сделать все красиво. Вообще, может, заменить и другим блоком. Обсидиан, конечно, желательно найти, но пока у меня его нет, я буду что-то еще находить, потому что обсидиан трудновато будет добыть, хотя бы там что-нибудь еще. Ну, что-нибудь еще может быть, много чего можно добыть. Ваня! Что? Мне начали 18+ в чате писать. Всем привет, ты где? А что там начали? Мне начали 18+ писать какие-то почему поцелуйчики, 18+ знаки. Надо звать всем привет, чтобы банил. Всем привет, бань! В общем, у вас на экране появляется то, что я хочу строить, и поэтому сейчас начнем строить. Нам понадобится. Что? Бань. Да что? Почему на наш сервер подписчики не заходят? У них спроси. Может, потому что... У меня житель, Ваня. У меня житель выламывает головой дверь и кверх ногами ложится на кровать. Действительно. Житель. А пока я готовлю нужные материалы и инструменты, давайте послушаем музыку. I was tired of my lady, we'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like piña coladas, прекрасно. Перфектли. Как говорит Артём. И давайте намечать строить. Получается, нам понадобится... Наверное, будет вход с этой стороны. Чтобы мы входить сюда было. Там будем смотреть. Получается. Чувак, ну, чё, у тебя стрим. Да, чел, у меня стрим. Можно я выключу вот этот вот непонятный язык? И сам опять нормально можно. Так... Так, вот так, так. Я, конечно, буду просто стараться что-то похожее делать, но 100% похожее я не буду делать, потому что
Это не мой вкус. Я что-то 100% похожее. Нет, меня не пугай, выходит. Я хочу делать что-то свое фирменное. В пещере ходит свинья, как страшно. Так, мне сказал Эдисон, что если копать под тебя, можно вроде бы что-то найти. Действительно, только приключения на одну пятую точку. Ну пусть будет так. Сейчас попробую сделать что-то похожее. Как-то так. Только нужно много булыжника теперь добыть. Ну я понял. Булыжник! Арчи, я пошел копать очень много булыжника. Он мне пригодится. Представьте себе, вот вы стоите просто, а тут изумруды. Кирки у меня нету. У тебя железо есть. Кирки у меня нет. Но я вернусь за тобой, не волнуйся. Я никогда не бросаю медь. Какую мить? Руду, извиняюсь. Так, короче, дальше. Что у нас может быть дальше? У нас тут дальше идет так. Теперь здесь у нас ступеньки. Вот здесь два этих. Ага. Дальше мы берем вот это. И ставим, то есть, отступаем блок. И ставим. Пока просто чертим. Потом будем всякие фонари добавлять. Я ничего не слышу, Артём. Ты любишь козла. Искать. Ты любишь Луи. Полюбишь и меня. И меня. Вы достали меня! Зря я выбрал снежный биом! Надо было убирать викингов. Я же тебе сказал, не снежный биом. Вот я и решил все-таки снежный биом. И зря, походу. А я тебе говорил. Выбирай викингов. Чего? И зря я выбрал снежный биом. Надо было выбирать викингов. Отпустила. Вот у меня пущила. Привет, сынка. Выходи. Ты теперь свободным. Брат мой, ты теперь свободен. Ура! Так, надо тебе понять, где моя шахта была. А я вспомнил. Так, есть. That sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Yes, I like pina colada. А включи Gangster Paradise. Gangster Paradise. Не надо. Ну, пожалуйста. Да не надо. Ну, почему? Не надо. Gangster Paradise. Да, на своем ролике. Требую. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. Ничего, неплохо. Для начала неплохо. В принципе. Где тут на этой стороне? Мы начали строить. Все хорошо. У меня случайно не зайду? Что? На сервер. Кто? Кто-то. Кто-то там мне, конечно,
добавлялся в друзья, но пока ну, никто не зашел. Так вот так. Пусть только так будет. Даже очень приемлемо. Даже очень приемлемо. Так, ну пока будет без украшений вот так. Ну, плюс нормально получается. Конечно, небольшое помещение, а мне пока помещение большого не надо. Просто и все. Логично. Чего у меня так экран? Не знаю, ладно. Я продолжаю копаться. Я уже устал. Ну, больше, чем больше, кому тем лучше. Кать, ну громче. Кать, кому ты мешаешь? Что ты нельзя сделать громче? Нормально? Да, но я ничего не слышу. Светло. Ты ляг сюда. Я подписался. Поздравляю. А спасибо. А спасибо. А где спасибо, Артём? А где спасибо? Где спасибо, Вань? Я не вижу своего подписчика, у меня нет никаких подписчиков. Артём, он даже если... Он все равно тебя подписал, за спасибо говорит. Сразу. Спасибо, кажется, что подписался. Катя, ты просто плейлист у себя на телефоне включи, пожалуйста. Сейчас, подожди. Меня очень лагает почему-то от Яндекса телефон. Может, вот эту сторону? Может, мне его не включать, Вань? Кто хочешь. Залить воду. Следующая съемка проходила без микрофона. Поэтому там не очень хороший звук. Вася, Вася, ей. Вася, Вася, Вася. Зачем, Вася? Просто, Вася. Наваливаем. Ой, траву, басы. Артём. Отдохни, ты уже заколебала. Давай продолжим говорить так. Уля. И тут мы с Артёмом придумали игру. Говорить неполными словами. И вот что у нас из этого получилось. Арт, я... Я е арбу. Ай я ид инба. Инбад. Инба мал. Инба мал. Я строи е. Я не ви. Мне. Сож я тебе. Жив. Дом вещь стоит. Какой? Я упа. Ты упа? Я упа. Я видит. Не вид, я не вид. Я... Внук. Я... Задолбал. Я... Долбал. Откарм огоро. И огород? Я огоро, огоро. Хорош. Воюй. Хорош огоро, хорош огоро. Я ее убью и когда-нибудь. Не на... Не на. Там нах. Не. Не зна. А, он. Меня убьют. Не надо. Я бегу. Не на, у. Какой лом? Воу. Мне не нужен лом. Мне тоже. Хорош. Все, у меня язык заплелся так говорить. Всё, я... А дальше я вам покажу, как я провожу каждую ночь на сервере. Поверьте, они очень интересные. Да-да. Стой,
And I slap me to the gate, give me all the hoes. I pull a gate, call you leaded, I got no remorse. Nobody tried to let me, nobody open doors. I kick the motherfuckers down, they didn't have a choice. Down, 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 they tried to next me. They want a blessing, they no flex. But my kids giving 50s, hey, and I'm sexy. They wanna sex me. The rest of the gym is like a hallway. A lot of those niggas say you're funny. They really don't kind of get from me. They really don't get from me. They really don't find like don't get from me. What? Find like don't get from me. Don't get from me. Don't get from me. Don't get from me. Get from me. Don't 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 get from me. Раз, два, три. Я поспал. Я тут пока тут буду... Я тут башню уже наконец-то доделываю. Крышу ей делаю. Молодец, я чуть-чуть. Я дверью сражался. Ребят, задавайте какие-нибудь вопросы. Раз, два, три, четыре. Я не удивляюсь, почему у меня тут, типа, я просто вебку не раз, могу два. Нормально. Я не знаю, как там... Блин, сколько тут блоков-то, мне интересно просто. Раз, два, три, четыре. Поэтому можете говорить. 10 блоков. Получается, у меня башня будет примерно... Что? У меня башня примерно там больше 10 блоков в высоту. Ну, это мало, но нормальная башня получилась, в принципе. Ладно. Кстати, ребят, сейчас сколько времени? 22-23. Это по-вашему. Ладно, по-моему. Как ты думаешь? Ну, так, в принципе, да. Я пытаюсь тут... Да делать, и все. Осталось чуть-чуть камень. Короче, ребят, давайте, говорите что-нибудь. Так, вопрос в Пипуке. А где все остальные? Я не знаю, я, наверное, подумаю, что все закончится, наверное. Пробую как-нибудь призвать, я не знаю, металл. Наушники хотите выключить. Давайте. Так. Мне нужна новая видеокарта. Кстати, если кому интересно, у меня телеграм-канал есть, который никому не нужен. А давай для прикола сделаем. Вот если там будет 100 подписчиков, я выкладываю это. Если будет 100 подписчиков на телеграм-канале, я вот это обычно потратил. Давай так. Так. Я сейчас не понял, это был буллинг? Это был буллинг от Артёма, не понял. Иди, смотри. Я тут пытаюсь что-то понять, Артём. Давай. Я тут пытаюсь понять. Что? У меня тут какая-то фигня, у меня тут столько фигня. Ютубер Супер Геймус, привет. О, здорово. Здорово. Я помню то, что я к нему на стрим заходил, когда на даче сидел. Я считал, да я потерял. Но не вариант. Если кто-то подписчиков получил. Ладно. Может, тоже какой-нибудь вопрос задать. Еще напишите, какие вы игры хотите увидеть, а то я просто не понимаю, о чем есть мать. Pop It Playtime, FNAF, NFE. А так как я сонная муха, я забыл записать концовку. Поэтому я говорю вам всем спасибо
за просмотр и за все остальное. И всем пока! Не прощаюсь. Как-то нелогично прозвучало.